Всем здорово! Как вы уже, наверное, могли заметить, количество подписчиков перевалило за солидную сумму в 20 тысяч. От себя могу добавить лишь то, что я очень рад этой цифре. И хочу вам сообщить, что это видео будет юбилейным вдвойне. Во-первых, оно выходит в честь 20 тысяч подписчиков. А во-вторых, это уже пятый админарбуз на моем канале. Всем приятного просмотра. О, админ, ТП. Алло. Алло. Че такое, рептилоид? Можешь посмотреть это по логам, кто меня убил, это посмотрите его сюда, пожалуйста, он меня фейкил. Позитивная не легенда. Тебя какой-то тип убил с ЮСПА. Да, вот, ты посмотри его сюда, пожалуйста. Он меня на фридамаг дамажил и плюс убил. Итак, дядя, к тебе вопрос, почему ты его убил? Во, это вот, это он. Как оскорблял? Вот. А, ну и что, это священник? Слышите, сука? Вообще-то, это не считай, ты да. В России полицейский, в ФБР работаешь, и ты как бы должен защищать верующих там всяких, а не убивать их. Сажаю, хорошо. Так, тебя спускаем. 480 секунд ты зарабатываешь, брателло. Отлично. Рептилоид Миха, да еб твою мать. Что такое? Пацаны, глаз. Давай, ну лучше, может, писать будешь. Пиши лучше, у тебя просто микро, ну, мягко говоря, хуйня. Говно, я понял. Подожди, блин. 6 hours later. Ты мне ник скажи, я так и не понял просто. Вот он, походу. Да, вот это он. Рудра! Почему ты его просто так бутылкой тыкал? Рудра! Он не ушел, начал бить. И сказал, давай убей. А почему он должен уйти? Почему он должен уйти? Все равно, даже если меня Рудра покажет, я буду рад. А, ну хорошо, ладно. Если покажу, то ты будешь рад, я понял. Ура, Рудра! А ты видео снимаешь сейчас, Рудра? До свидания. Админарбуз снимаешь? А ты будешь тупым сухой. Все, я решил твою проблему, давай. Кстати, твой подписчик. Я люблю твои видео. Да, давай так без этого, пожалуйста, когда разборки идут. Вот, нормальный, адекватный чувак, просто понимаете? Как бы знал, кто сейчас из администрации с ним говорит, но вести себя как придурок, которого я забанил, он, ну, не стал. Респект. Руды, да, просто так убили. Слышь, дядя, на кого жалоба? Слышь, какого черта ты убил его? Потому что он мне помешал работать. В смысле помешал работать? Он стоял возле моего магазина, и я не мог выйти. Он просто стоял и откашлял. И это повод его убивать? А мне его как убрать-то? Позвать админа. Угу. Так это долго, вдруг он... Ну ничего, может быть, шел долго очень. Там меня не идет вообще, ты нарушил правила. Ничего не нарушал. Ну да, давай докажи. Давай я деньгами расплачусь. Деньгами? То есть ты хочешь дать взятку, да? Ну да. Ну окей, давай сейчас с тобой поговорим. Ты это, короче, повар, гуляй давай, гуляй. Я думаю, ты нет, я не хожу. Так ты взятку хочешь дать, да? Ты считай взяточник, правильно? Ну да. Все, ну давай тогда, сколько ты мне дашь? Ну, 50 хватит? Нет, 150 тысяч, думаю, нормально будет. У нас такой тариф. Блин, у меня только 150. Не, ну слушай, это фрикил, понимаешь? Тут такой суммой только можно обойтись. Ну, давай я даже дам 115 тысяч. 115? Да. Ну, хорошо, тогда в следующий раз я чуть больше спрошу. Как раз недостающую сумму. Хорошо. Давай. На меня смотри, давай мне деньги. Часики-то тикают. А,
Ну хорошо, короче, мы тогда с тобой сейчас по-другому разговаривать будем. Раз ты не сговорчивый у нас такой получается, то я думаю, ты любишь высоту. Нет. А плавать умеешь? Че, еще полетать хочешь? Или будешь платить? Нет, нет, нет. Я не хочу больше. Ну, раз не хочешь больше летать, то плати. Вот, да, все. Вот он. О, а так-то сразу. Ну теперь-то можно тебя нормально, короче, этот спустить. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, будем считать, что это несчастный случай. Со взяточниками надо вот так вот бороться. Сколько там у нас за фрикил все-таки дается, а? Фрикил 480, окей. Джайл ТП 480. Все, братан, сиди. Подожди, блин, забыл, точно. Ты же мне это проплатил, взятку дал, в смысле, да. Ты че? Все, ну это типа то, что я поймал тебя с поличным, ты мне дал взятку, считай, а это как моя премия будет ежемесячная. Вот ребятам в отделе покажу, охренеют. В смысле, это деньги, это взятка. Сиди, взяточник, в колонии, понял? Да пошел ты к другу, чмо. В смысле, я чмо? Ты чмо. Это ты чмо. Да ты чмо. Нет, ты чмо. Да, я взял, а ты мне кинул. Ну, понимаешь, это моя работа. Кидок. Кидок, ты. Да. Ты хотел отмазать свою совесть и карму какими-то, не знаю, вонючими бумажками, которыми только нужно жопу подтирать, а ты вот, вот такой вот получается человек. Ты говно. Вахтёвер, говно. Это нет, нормально. А ты говно. Дядя, реально денег больше нету. Ладно, братан, хорошо. Там, 0 секунд это типа навсегда посадить? Окей. Все, пацаны, короче, на его примере, думаю, вы убедились, то, что взятки давать на сервере Dark RP это нецелесообразно. На сегодня все, вы тут же сейчас зададитесь вопросом: Артур, ты что, охуел? Где следующие несколько минут админ Арбуза, почему видео такое короткое? Мне тупо лень разбирать оставшиеся две ситуации. Они длятся 15-20 минут и ничего веселого в них нет. Поэтому я решил окончить последний, не знаю, свой админ Арбуз именно в этом сезоне, кстати, об этом сейчас расскажу вам, на трех веселеньких ситуациях. Продолжение также просто так не будет. Больше 1000 лайков собирается под видосом, я иду собирать новый материал для админ Арбуза. Кстати, насчет сезонов, это если же вы просто этого захотите. Если же я увижу заинтересованность вашу в админ арбузах таких, и если вам это будет очень нравиться, то я предлагаю вести сезоны, как в каждом сезоне по 5 серий. У каждого сезона будет свое уникальное название, которое вкратце описывает все видео, состоящие конкретно в этом сезоне. Ну, допустим, у первого сезона будет название «Горящие пердаки». Специально для этого я сделаю голосование в группе, чтобы вы, например, могли уже точно отдать свой голос за введение сезона или против сезона. Опять же, все зависит от вас. Если захотите, будут сезоны. Если не захотите, то их не будет, собственно. Но имейте в виду, если же я введу сезоны, то мой канал станет одним из тех, у которых название видео будет соответствовать содержанию. То есть вы не будете попадать на кликбейты, если будете заходить на мои ролики. Всем удачи, всем пока. Кстати, у меня для вас небольшой конкурс, ребят. Отгадай, какая игра была замылена, и получи мешок целого нихуя. Погнали.